Меня зовут Елена, город Иваново, я живу в Москве. Зацепила приглашение на ретрит «Прокачка женской энергии», это самое главное. Еще интересна была нумерология и родовые проработки, вот эти вот все. Спасибо девочкам-организаторам, все было супер. Меня зовут Ирина, я из Подмосковья. Вот, в принципе, я сюда тоже ехала, чтобы понять какие-то вот родовые вещи. Мне было интересно, что связано с нумерологией, просчитать, кто я, что я и как я. Вот вообще все, зачем я сюда ехала, я получила. И даже сверх того, я, вот, девочки, мой низкий поклон, Тоня, низкий поклон. Всем вам, девочки, низкий поклон. Олечка, я получила сверх того, что я хотела. В принципе, на что я надеялась даже. Мне очень безумно интересно. Я очень рада, я счастлива, что я попала в вашу команду. Вот честно. У меня даже сомнений не возникало сюда ехать. У меня были там вопросы, как. Но все сложилось, значит, мне надо было здесь быть. И я понимаю, что действительно это надо было. Я очень много отсюда... В следующий раз едем? Обязательно, вообще без сомнений. Меня зовут Людмила, я из Москвы, я приехала сюда с несколькими целями. Мне хотелось познакомиться, во-первых, мне хотелось ближе пообщаться с Леной, потому что Лена мой наставник в бизнесе. Мне хотелось близко познакомиться с Юлей Хохловой, которую я знала только заочно. Мне хотелось познакомиться лично с Олей Лысенко, с Гелей, потому что я от них знала заранее. Да? Это вот именно была моя цель. И когда мне сказали, что программа «Какая ретрит» я прочитала, то я на таких ретритах никогда не была. И я поняла вот там внутри, что мне это очень много даст. И действительно, мне это дало очень много. У меня море впечатлений. Я не была никогда в Череповце. Я нахожусь на территории вот такого шикарного комплекса. Шикарная организация. Благодарю вас, девочки, за такую организацию. Мне очень понравилось. И, в принципе, то, что я получила, вот как Ирина сказала, да, это действительно даже больше, чем я ожидала. Благодарю, и в следующий раз я обязательно тоже приеду. Очень понравилось. Девочки. Добрый день, меня зовут Девочки. Анастасия. Я после того, как мне мой спонсор предложил поучаствовать в данном тренинге, я согласилась за 3 секунды. Вообще, я считаю, что в своей жизни я делаю правильно, когда доверяю своей интуиции. Поездка в Череповец для меня была, ну, немного, наверное, такой закрытой информацией, потому что некоторые моменты я не понимала, что здесь будет происходить. Я интуитивно чувствовала, что я должна быть в этом городе впервые, я должна быть в этом месте, я должна узнать этих людей, которые ждут нас здесь. Все случилось так, как я ожидала, и даже больше. В тот момент, когда нас встретили на перроне, и это вот показатель номер один. Девочкам большое спасибо за организационные моменты. Лена, Оля, Антонина, Геля, Юля, вам огромная благодарность от мамы, которая нашла повод сбежать с семьи от детей. Вот. Ну а если серьезно, здесь я получила то, что хотела, и даже больше, потому что я ждала некие процессы развития для себя, следующий уровень развития. Это не следующий уровень, это вообще просто получилась другая жизнь. Мама вернется завтра совершенно другой. Поэтому вам огромная благодарность. Получила больше даже того, чего ожидала. В феврале приеду. Конечно, приеду! Несколько обязательно людей, очень близких мне, которым точно нужно это обучение, нужен этот тренинг и нужны те знания, с которыми я уезжаю сегодня. Вам благодарность. Меня зовут Надежда, я из Иваново. Когда мне позвонила Марина и предложила сюда приехать, я вот прям не раздумывая сказала «да». В тот момент я прям, ну, я не знала, зачем я сюда еду, но я очень хотела сюда попасть. И я до последней минуты не знала, что здесь будет. Но когда я сюда попала, просто какой-то удивительный мир, перевернули меня вот с ног на голову. Я как бы снова вот, ну, вот родилась. Спасибо большое вот Антонине. Отдельное спасибо, прям вот земной поклон Ольге. Я прям ей очень признательна. А вот, то, что она вчера со мной сделала. Я как-то вот на свою жизнь посмотрела совсем по-иному. Я ее прочувствовала, я поняла, я простила, я отпустила. И мне стало легче жить. И спасибо вам огромное. Я очень благодарна, Оля, тебе, Тоня, тебе и всем вам, девочки, с которыми я тут познакомилась.
Надеюсь, что Федоре придется. Всем привет, меня зовут Марина Романова, я из города Иваново. Меня пригласила сюда Елена Зюхина. И я вот интуитивно сразу поняла, что мне сюда надо ехать. Я про вашу команду давно слышала, следила, и я знала, что здесь специалисты. Я иногда как-то вот не знаю, как объяснить, но я чувствую, что мне надо познакомиться с определенными людьми, потому что от этой встречи со мной что-то будет происходить и очень хорошее. Так что Елене я очень благодарна. Ну, естественно, я здесь для себя открыла очень много интересного. Я даже вот волнуюсь, да, как бы. Вот, благодарю я всех вас, девочки, Антонину, Олю, Ангелину, Юлю, Елену. Девочки, вы такие молодцы, у вас такая классная команда. И я предлагаю вам дружить городами. Принимаю! У вас перенимать. У нас есть тоже чему поучиться, потому что мы тоже идем верным путем. У нас что-то получается, что-то не получается, но если мы объединимся, я знаю точно, у нас все получится. А впереди у нас только все хорошее и замечательное. Благодарю. Меня зовут Надежда, я из города Иваново. У нас приехала команда небольшая, да, но тем не менее. Когда наблюдали, вернее, видели ваши постоянные там посты, что в Череповце проходят тематические такие встречи, связанные вот с нумерологией, да, для меня, честно, эта тема была такая далекая, непонятная. То есть я осознавала, что это все влияет, но как, и брала какую-то информацию просто для справки в интернете, читала, и я поняла, что я ничего не понимаю в этой информации, и закрывала. Вот, и когда у Лены спросили, значит, а как вообще можно к вам попасть? Она говорит, без проблем приезжайте, 50 человек с радостью примем, да. Мы приняли быстрое решение, удалось еще девочкам предложить. Очень рада, что нас поддержали, потому что мы с Мариной везде вместе. И вы знаете, вот я сейчас даже на всех отзывах, благодарность, это вот прям слово в слово за каждым присоединяясь, могу сказать. Мне знаете, что кажется? У нас за вот эти сутки вторые, да, пошли, у нас вибрации вообще другие. Даже вот в этом месте уже другие вибрации. Мы все изменились, мы повлияли друг на друга. Вы, не знаю, осознаете или нет, какое вы большое, великое дело делаете. Вот вы сами осознаете это или нет. Я не знаю, сами решите, да, ответите. Но, девочки, вот вам просто то, что у вас будет поддержка свыше, это однозначно. Она у вас есть, да. Вам просто вот дальше продолжать обязательно и рекомендовать вот с удовольствием, понимаете, вот есть такие моменты, когда, ну, ты получил что-то, все и забыл, вот вас реально хочется рекомендовать, потому что понимаешь, какую вы помощь конкретную можете дать человеку, вот не пришел, тебе рассчитали и ушел, а настолько все доступно, понятно. Гель сегодня просто поразила, как вот эти вот все ситуации было, не было в жизни, да, ты в это погружаешься, представляешь, думаешь, а мы даже об этом не задумывались. Так что, девчонки, большой вам респект. Да, спасибо. Вот, все, вы наши, мы ваши.